Здравствуйте. Сегодня в нашем учебном центре 3 октября 2021 еще одна выпускница. Вот самый свежий пример. Вот человек, женщина перенесла COVID-19. Спасибо врачи, золотые руки к ней ее вернули, не дали ей так разрушиться. Она перенесла. Теперь у нее вот осложнение какое. Вот на почке дала, сейчас она 3 раза в неделю получает гемодиализ. Это все знают, мы уже это пожизненно у нее. Еще плюс. Ну, как известно, ковид очень сильно поражает органы дыхания. Вот то, что вот с ней было, тяжело было ходить. Вот уже сегодня она уже 8-ю процедуру получила. Дышать ей легко, ходит, не устает, нету этой нехватки кислорода у нее. Вот наша выпускница Любовь. Так что еще одно. 11 лет уже эта пациентка, ну, как сказать, мучилась, хромала, нога хромала. За 4 раза массажа под моим наблюдением Любовь ее делала, и она перестала хромать. Единственное, что ей раньше помогало, 11 лет, она, ну, только ей назначали обезболивающее, диклофенак делала. Ну, все знают, что такое диклофенак, это все знают. Ну, вот так. А теперь он ей не нужен. Не надо эти обезболивать. Так. Так, вот, особенно эта левая рука, которая не у нее гемодиализ, вот, она была синюшная, вот просто синюшная. Вернули руку тоже в жизнь, ну еще, еще, но будет продолжать. Теперь диагностика. Диагностика. Вот. А вот так. Да. Ну вот, к примеру, какая спина. Какая у нее была больная спина. Вот как подводная лодка была. Вот прям приятно смотреть. Уже рельеф, лопаточки, все. Скоро будет топ-модель. Фигура уже появилась, талия, контур талии. Самое главное, что она уже хорошо себя чувствует. Она же не спала, бедная, после больницы, после этого. А вы где лежали в Москве? Владимире. А, в Владимире, да, лежала.
Она не могла спать, всю ночь просыпалась, переворачивалась. Сейчас вот все знают, что когда нет сна, человек нездоровый, такой, какие бы у него ни были анализы даже, как у младенца. Если он не спит, он больной уже. Вот сейчас она вот высыпается уже. У нее была такая опоясывающая невралгия, как в панцире она находилась. Как будто в доспехах древнего рыцаря, еще в кольчуге, да еще зашнурована была. Змейку. Молодец. Сколько где-то будет? Вот, вот, вот. Погоди, не опять. Чувствуется, да? Еще не знаю. Еще, давай. Не-не, рано, рано. Вот так, вот так вот. Ага, да. О, поближе к позвонку. Вот он здесь сразу она розовеет, цвет меняется у нее сразу же. Когда порозовело, значит все, кровообращение улучшилось. Сердечку сразу, как легко, сколько кровеносных путей открылось сразу же. Единственное, что вот у нее три раза в неделю она по 4 часа лежит на очищении крови. Ну, с этим жить можно. Вон она ходит, не задыхается и спит, высыпается. Вот к чему я еще. Вот. У нас два стиля пока. Как, без масла и с маслом. Без масла можно сделать такой массаж, который никогда с маслом не сделаешь. С маслом ты то же самое. Сделаешь то, что никогда без масла не сделаешь. Поэтому
лимфодренажная процедура, без масла я не представляю. Вот почему она так похорошела. Вся вот эта подкожная жировая жидкость, ну то, что вот доктор Бутаков нравится, называет болотом, да? Она все вдавлена ушла в лимфососудов и ушла. Нет, через лимфу. Прошла через обработку лимфоузлов и вышла из человека. Через кишечник, через почки. Самая рука, где у меня гемодиализ делают, вот здесь все трогаешь, как будто там жук сидит, жужжит аж. И это место горячее. Вот, золотые руки сосудистых хирургов. Свое доброе дело сделали. Теперь ей только остается 3 раза в неделю ездит она на гемодиализ. Ну, с этим жить можно. Самое главное у нее уже, она не хромает у нас. Вот то, что мы как помогли. И спит, высыпается без отдышки всякой. Угу. Достаточно. Лопаточки не откроются у меня? Нет, вот так. Попробуйте пальчик сюда. Пошим. А то, нет, то рукой поднимайте. Ага. Вы, нет, расслабьтесь. Не-не, вот так. Не-не, расслабьтесь. Хорошо. О, видите, как попробуйте вот так. Нет, не будет смотреть. Во. Видите? Вот как, насколько я стала лучше. Так. Все, заходите и прокольцуем. А подмышки не ручку повесим пока вот так. Ага. И до сюда обратно, 2 раза. Эта рука болела раньше, да? Угу. Сейчас как лучше она? Угу. Вот. Еще рука она, ну, не приняла цвет, как правой руки, но лучше намного. Вот можно посмотреть, видите, какая сетка у нее этих вен. А было вообще. Угу. Достаточно. Эту ручку дать. О, я трогаю, здесь как будто аж вибратор в этом месте, вот, конечно, жужжит, как жук там сидит у нее как будто. Так, нет, левую руку, ага, приподнимайте, ага, вот так, ага, и большим пальчиком. Вот он. Да, поглубже. О, вот как. Ага, там получше. Все, кстати. Она уже становится как горная бабочка. А была такая больная спина, как подводная лодка. Вот. Что значит массаж? Классический массаж, медицинский массаж. И она, например, Любовь, она не медик, но овладеть ей ничего не мешало хорошим лечебным массажем. Хорошо. Теперь давайте постучим. Давайте пока посмотрим.
Продолжение следует...